В начале борьбы с пандемией мы оперативно договорились с рядом крупных компаний, работающих на территории области, о строительстве инфекционных отделений в области. Ковид, вот именно ковид, показал, что можно строить очень быстро. На стадии завершения у нас строительство сегодня в городе Шелихов, в городе Тайшет, в городе Братске. И самое главное, мы в этот период сформировали вот тот кадровый резерв, который нам необходим. Я услышал от Михаила Альбертовича, что он действительно поблагодарил, он оценку свою уже дал работу медицинского сообщества.